a nice day, Warren. Ящик ресается, враг нет. Ау, ау, ау. Блин. Лестница, твою мать. Как я ненавижу лестницы в этой игре. I had... Как лестница по-английски будет? Лестница. Или как... Ну, в общем, англичанин из меня еще тот, сами понимаете, да? Ну да ладно. Задохни, задохни. В общем, с двумя. Засохни. Где мои души? Запчасти. Засохни! Засохни! Высохни, засохни. Это пищит вот в той будке, я знаю. Я, блин, долго искал, как туда попасть. Ну и здесь тоже. Это первый левель, походу. Левель. Первый этаж. Зачем меня сюда привели? Чтобы что я сделал? Ну, отсюда можно спрыгнуть, в принципе. Вон туда. И не умереть. Но это, наверное, не надо. Вот. Так, attention, да, тут надо. Здесь, короче, яд. Почему это не открывается? Ну ладно. Вон, в будке там лежит. Отсюда видно. Ну, есть там, есть, я знаю. Парень, я тебя видел, выходи.
Тут еще есть камушки. Окей, давай. Ну мне, ну это ладно, это все лут. А идти-то куда? И где Мэдди, куда подевалась? Меня больше всего интересует, где Мэдди. Потому что все остальное я уже как бы знаю. Я не знаю только этого. А, тут заперто. Эх ты, нифига себе подстава. А как же мне отсюда выбраться теперь? То есть сюда ходить не надо. Ну ладно. Я могу и так. Блин, ты... блин, обалдел. Давай. Вот с этих ребят я выбил свою одноручку на первом прохождении, который сейчас. Закрой экран. Слышишь, шипит. Нездоровая фигня. А, это вот отсюда открывается. Ну да, все. Теперь я знаю. Ну как знаю? Чуть-чуть представляю, куда идти. Почему вы меня бить пытаетесь? Этого я не узнаю никогда, наверное. Ой, ладно, пофиг. Хотя, может, у них что-нибудь круче, чем мое оружие. Как бы мне это выяснить?
На, блин, опять сдох, твою мать. Чё у вас? Пальцами бить, что ли, я не пойму? Голыми руками, чтобы вы не так быстро не умирали. Ну ладно. Сущий ад тут. Это ты тут ищешь, нет? Можно идти туда, можно идти сюда. А хочешь, войди. Угу. 130 тысяч, да? Меня сейчас тут грохнуть могут запросто. А, ну вообще-то пока я не активировал, никто меня тут не грохнет. Ну-ка, что у тебя за броня, чувак? А, блин, этого я тоже не узнаю никогда. С двух ударов умер. Офигеть. Тут еще где-то есть один. Вот он. Блин, дойти. Где мы, Мэдди? Мэгги, Мэдди. Charlene, the courier's heading your way. The program should change the formula and neutralize the utopia effect. Вот это, судя по всему, голос этой докторши. You know what to do. Upload it as fast as possible and as near to the core as you can risk. I just pray we're not too late. А вот тот козел меня может убить запросто.
Кстати, новый враг. Кто не знает. На котором у меня зависает комп. Кто не знает. Ну что сказать. Я не так все сделал. Ладно. Можно и по-другому, наверное. Можно вот сюда сходить. По башке тут дадут, да. At the door at the back of my mind. And still, I couldn't do it. I don't want to die. Who does? Am I already a part of it? Aren't we all? I'm afraid. I'm afraid of what will become of me. Will I be part of something new? Eternal. One with the consciousness. Or will I be nothing? Another voice in the crowd. Drowning. Shouting to be heard. Внизу арена с боссом, но туда прыгать не надо. Не допрыгнешь. Я пробовал. Ну чё, надо попробовать эту тварь завалить. Опа, ваншот, офигеть. Завалил тварь. Клёво чё. Сто пятьдесят тысяч, хрен знает где. Look out for your fellow workers. They look out for you. Вообще-то примерно я знаю где. Только очень примерно. Блин, зря я это сделал, зря. Может быть, я и не сюда даже иду. Может, сюда? Короче, я их просрал, наверное. Понятно. Блять! Не-не-не, уходи! Ну вот здесь он. Ай.
Блин, ваншот это плохо, вообще-то говоря. Да, блин, слушай, ну как? А как же с ним биться-то, если он ваншотит? Ничего себе. Хилок-то хилок, аж 3 штуки. Мне бы лучше здоровье помогло, конечно. Надо подумать. Наверное, хрен с ним, с уроном. Лучше хилку заюзать. Так, а что еще можно? Ну вот это, конечно, блин, ну блин. Секреты тоже хочется пособирать. 480, ну блин, может быть, не будет ваншотить. Эти все равно сдохнут с одной комбы. Хорошо. Нехорошо. Хорошо. Сойдет. Это был лишний удар. Так, а здесь куда? Бля! $200 000 почти рип. Молодец. Отлично. Be careful out there. Ой, господи. Ну ладно, тогда торопиться теперь не стоит. Ну я, в принципе, и так не торопился. Одним головником меньше, я хотел сказать. А-а-а-а. Пофиг. Да, урон этот, конечно, пипец. Вагон с телегой. Блин, я сейчас опять ту же ошибку делаю, походу. Нет? Ага.
Я хочу Мэдди найти сначала, прежде чем активировать все остальное. Вот что. Вот что я хочу. Я очень хочу это сделать. Я хочу знать, чем закончится квест. Мне ничего не надо больше. Дайте мне Мэдди. Бляха, мать, пипец вообще. Ну как же с ними воевать? А, придется робота, наверное, юзать. Ладно. Надо что-то придумать. Где-то у меня была такая плюшка. Блин, у меня вот этих фигурин. Ладно, я это не буду записывать. Короче, на 100 тысяч почти продал. Фигни всякой. Вот, минимум энергии. Когда я могу вытащить и засунуть здоровье еще, допустим, и здоровье могу. Так, теперь дрон, защитный щит, противоударный щит. Сколько ему энергии надо? А, блин, как это понять? Нет, добивание делать не надо. На добивание расходуется энергия. А, то есть 30-ки мне не хватит на щит. Блин. 30% на щит не хватает. Блин, я не сюда пошел. Дебил. Вот каким надо быть дебилом, чтобы стрельнуть, стоишь в газе и палить из огнемета, а? Ну каким надо быть дебилом, скажи. Сам себя завалил. Ну ладно меня, я бессмертный в этой игре. А 60% хватит?
out for your fellow workers. They look out for you. Так, вообще говоря, я серию закончу. Hello. Ну тут погемороиться придется по последнему уровню, ничего не поделаешь. Пока.